Всем огромный привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Это канал о вязании, и в этом видео мы вяжем вот такой вот шарфик. Ниточки я использовала Ализе Реал 40. Так, в 100 граммах 480 метров. Состав 60% акрила, 40% шерсти. И цвет номер 4603. На такой размер шарфика у меня ушло ровно один моточек. По ширине получается 17 сантиметров и в длину 66 сантиметров. В конце мы свяжем с вами вот такую вот обвязочку. Так, что касается набора петель, то тут вы можете регулировать сами. По бокам, вот, с правой стороны и с левой стороны, будет идти по 10 петель. Между этими косичками будет 15 петель. И в конце тоже 10 петель. Мы будем вязать 10 столбиков с накидом. Если вы хотите расширить полотно, допустим, связать 3, 4 или 5 таких косичек, то между косичками, вы считаете сами, между косичками мы вяжем 15 петель, то есть добавляете еще по 15 петель. И в конце вяжем 10 столбиков с накидом. Крючок я использовала номер 2,5. Если вам интересно, как вязать такой шарф, оставайтесь со мной, и мы начинаем. Делаем петельку. Вставляем крючок. Захватываем ниточку. Вытягиваем через эту петелечку и затягиваем. Набираем 34 воздушные петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Тридцать три, тридцать четыре. Три петелечки для подъема. Это будет считаться как первый столбик с одним накидом. Далее в четвертую петелечку вяжем столбик с одним накидом. И столбики с одним накидом вяжем в каждую петелечку воздушной петли. Всего должно получиться 35 столбиков с накидом, включая 3 воздушные петли в начале ряда. Делаем накид, вставляем крючок в воздушную петельку и провязываем столбик с одним накидом.
И так вяжем до конца ряда. И в конце довязываем 34, 35 столбик с одним накидом. Вязание переворачиваем. Делаем 3 петелечки подъема. Сделали накид. Вяжем следующую петелечку. Столбик с одним накидом. Следующий столбик с одним накидом. И так вяжем до конца ряда столбик с одним накидом над столбиками предыдущего ряда. И в конце довязываем 33 столбик, 34 и последний столбик мы вяжем в петелечку из воздушных петель. Переворачиваем. 3 воздушные петли. Мы провязали 3 воздушные петли. Это считается как первый столбик с одним накидом. И еще нам нужно провязать 9 столбиков с одним накидом. Итого у нас должно получиться 10 столбиков. Столбики с одним накидом вяжем в каждый столбик предыдущего ряда. Провязали 10 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаем 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот наш последний столбик с одним накидом. И вот есть вот такие две перемычки. Вставляем крючок, захватываем ниточку и продеваем через все петелечки. Получается вот такая петля. Дальше вяжем 15 столбиков с одним накидом. Столбики предыдущего ряда. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13,
14 и последний столбик 15 и делаем опять 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И также захватываем вот эти две петелечки. Вот последний наш столбик, вот столбик предыдущий, и вот за эти две стеночки провязываем соединительный столбик. И дальше вяжем еще 10 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последний столбик в воздушную петлю предыдущего ряда. 10. Переворачиваемся. 3 петли подъема. Вяжем следующий ряд. 3 воздушные петли. Это наш первый столбик с одним накидом. Далее вяжем еще 9 столбиков с одним накидом над столбиками предыдущего ряда. Итого у нас должно получиться 10 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее мы должны с вами провязать в эту петелечку 25 столбиков с одним накидом. Вяжем, делаем накид и в саму петелечку вставляем крючок и вяжем 25 столбиков с накидом мы с вами провязали в эту петелечку. Поправляем. И теперь крючок вставляем вот столбик, который мы вязали в петелечку. И вставляем крючок вот в эту петлю, захватываем рабочую нить, подтягиваем и выводим крючок. Получается у нас вот такой элемент. И далее делаем накид и вяжем столбики с одним накидом
над столбиками предыдущего ряда. Между нашими косами мы вяжем 15 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. И теперь опять вяжем 25 столбиков с одним накидом в петелечку. Довязали 25 столбиков с одним накидом. Вставляем крючок петлю, захватываем рабочую нить, затягиваем и выводим через эту петельку. И далее вяжем 10 столбиков с одним накидом над столбиками предыдущего ряда. Переворачиваем, делаем 3 воздушные петли и повторяем эти 2 ряда на протяжении всего вязания. В этом ряду мы с вами будем вязать петелечку из 15 воздушных петель. В обратном ряду мы в эту петелечку будем вязать 25 столбиков с одним накидом. По бокам мы так и продолжаем вязать по 10 столбиков с накидом. Между косами мы вяжем 15 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 столбиков провязали. Делаем цепочку из 15 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. И соединяем соединительным столбиком. Вводим крючок вот за 2 стеночки, захватываем ниточку и проводим и далее вяжем. Вот здесь у нас образуется петелечка, мы ее пропускаем, мы ее не трогаем, а вяжем вот наш столбик и мы вяжем столбики над столбиками предыдущего ряда. Четырнадцатый столбик
И 15 столбик. Делаем 15 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вставляем крючок за две стеночки и провязываем соединительный столбик. Делаем накид. Вот эту петелечку мы пропускаем, а вяжем в столбик предыдущего ряда. Вяжем 10 столбик и теперь 25 столбиков с одним накидом мы вяжем в петелечку. Провязали 25 столбиков с одним накидом в петелечку, вставляем крючок. Петелечку протягиваем и далее вяжем столбики над столбиками предыдущего ряда. То же самое провязываем и так продолжаем вязать на нужную нам длину. После того, как вы связали необходимую вам длину, вы вяжете еще два ряда столбиками с одним накидом в одну сторону и столбики с одним накидом в другую сторону. После этого можно связать вот такую вот обвязку. Как связать обвязку, я вам покажу. Далее мы продеваем наши связанные петли друг через друга. Продеваем. Расправляем. Продеваем.
расправляем. И так делаем до конца. И в конце мы их прикрепим, когда будем вязать обвязку нашего изделия. Прикрепляем рабочую нить между первым и вторым столбиком. Провязываем одну воздушную петлю, вытягиваем ее, зажимаем пальцем вытянутую петлю и рабочую нить вот так. Захватываем рабочую нить, продеваем через вытянутую петлю. Вставляем крючок между вытянутой петлей и рабочей нитью и провязываем столбик без накида. Вытягиваем петлю, зажимаем пальцем рабочую нить и вытянутую петлю. Захватываем рабочую нить, продеваем через вытянутую петлю. Вставляем крючок между вытянутой петлей и рабочей нитью и провязываем столбик без накида. Далее отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5 и вяжем столбик без накида. И сразу же делаем вытянутые петли. Раз вытянули, два вытянули. Далее отсчитываем опять. Раз, два, три, четыре, пять. Сюда мы должны провязать столбик без накида, и одновременно прикрепить наши элементы. Провязываем столбик без накида. Вытягиваем. Раз петля провязали, вторую вытянутую петлю провязали. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. Провязали столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Раз, два, три, четыре, пять. И одновременно присоединяем следующую нашу косу. Не забываем. Раз, два, три, четыре, пять. Вяжем столбик без накида. И так довязываем до конца. И в конце провязываем столбик без накида.
Делаем 2 вытянутые петли. Переворачиваем. Сделали 2 вытянутые петли, развернулись. И между 2 петелек вяжем столбик без накида. 2 вытянутые петли. Столбик без накида. Две вытянутые петли. Между 2 вытянутых петель вставляем крючок в серединку и провязываем столбик без накида. Итак, вяжем до конца ряда. В конце делаем 2 вытянутые петли. И разворачиваемся. Точно так же вяжем еще один ряд. Итак, можете провязать несколько рядочков, чтобы было подлиннее. И в конце вяжем 1 вытянутую петлю. Разворачиваемся. И на концах будем вязать вот такие пышные столбики. Для этого вытянутую петлю 1 связали, вытягиваем петлю, делаем накид, вставляем крючок в серединку вот сюда, вытягиваем петлю 2, накид, вставляем крючок в серединку, вытягиваем 3, накид. Вставляем сюда же в серединку, вытягиваем 4, накид, 5, накид, серединку вставили и вытянули 6. Провязываем все петли на крючке и закрепляем, делаем 1 воздушную. Далее вытягиваем петлю, провязываем и закрепляем, вот куда мы вязали в основание, провязываем столбик без накида. Вот так получается. Далее вытягиваем петлю. Вставляем крючок между 2 петель вытянутых. Вытягиваем петлю первую, а вместо второй вытянутой петли мы вяжем пышный столбик. 2,
три, четыре, пять, шесть. Все петли на крючке провязываем и закрепляем, провязывая одну воздушную петлю. Вытягиваем петелечку и закрепляем ее в основании пышного столбика, провязывая столбик без накида. Делаем вытянутую петлю и вяжем дальше. Делаем первую вытянутую петлю, а вместо второй вытянутой петли мы вяжем пышный столбик. 2, 3, 4, 5, 6. Все петли на крючке провязываем, делаем одну воздушную. Вытягиваем, сделали воздушку, провязали вытянутую петлю и в основание пышного столбика провязываем столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Итак, вот мы довязали ряд до конца. И вот наш шарф готов. Спасибо огромное всем за просмотр. Вяжите с удовольствием. До новых встреч! Thank you.